решаем естественную нужду человека – сходить в туалет. Покакать, пописать. И сегодня я вам представлю самый красивый, самый роскошный туалет в мире, который находится в парке «Динамо». Прошу. Ну что можно сказать? Туалет сделан в стиле 80-х. Толчок, так назовем его, не очень богат изысками. Дырка обычная. Ну и что? Зато не пахнет.